Вступай к нам в группу во ВКонтакте, к нам в смысле Виджухи, меня, Лео и Санька. В ней найдешь постоянные розыгрыши, опросики и всякую разновидную инфу по гангстер-вегасу. Ссылочка в описании. Жду. Здорово. Как встретили Новый год? Пишите в комменты. А у меня лучше и не спрашивать. Сегодня я наконец скопил сотку кейсов, которые пора бы и открыть. И посмотреть, что же там дропнется. Из 100 кейсов есть только две вещи, которые я хотел бы выделить. Это электрорадугу, которую хотел бы выбить, а также Катарину, чтобы просто была... А, ну еще и также новогодний автобус, также для коллекции. И давайте уже приступим. Начнем с первого хэллоуинского кейса, из которого я и так уже все давно получил в ходе акции. Вот зачем вот вообще было добавлять эти кейсы потом после акции, понимаю? Ну хотя бы месяц через два, а так как-то нам слишком быстро их завезли после акции. Ну и ладно, мне все равно, в принципе, ничего не выпало, так как и так уже все есть. Оу, зомби-тачка, вот это прикольненько, особенно когда его здесь в наградах даже нету с этого кейсика. Давай, электродруга. Ну, ёлки-палки. Давай, дропнись, пожалуйста. Это я даже не знаю, есть у меня эта курточка техномонаха или нет. Нужна она мне вообще лишняя или нет. Торс боевой машины. Ну, это, в принципе, что, так, для коллекции. Все остальное вот такое вот, в принципе, у меня есть. Ну, кроме как Катарины и новогоднего экспресса. Да, тут сейчас какой-нибудь даже стор, я так понимаю, не дропнется. Который хотя бы можно было кому-нибудь... Серьезно, что ли? Я как бы... Насколько мне помнится, я специально даже покупал, донатил на VIP, чтобы как-то в один момент купить этот Jelly Racing. А тут он просто так с кейса выпал. Ну вы что, серьезно, что ли? Такое чувство, как будто бы... Вот именно то, что ты уже получил, ты неважно с какого кейса, но как бы шанс как будто бы больше на то, что ты его получишь. А если, например, у тебя какого-то прикольного предмета нету, ты его ни с какого толком-то кейса ты просто так не получишь, не выбьешь вот сейчас, как Jelly Racing. Что как бы немножко нечестно, что ли. Ну ладно, может хотя бы стор попробую сейчас еще выбить. Вообще, было бы, в принципе, годненько. Но, кажись, нет. Одни классические штурмовые винтовки. Понимаете, что у них там процентов 20, что ли? Ну да. Сторону захотел. Еще бы вот этот хордбайк был бы годно, если бы он бы выпал. Я бы хотя бы узнал бы, что это такое. Зачем он мне нужен, когда я его и так уже на акции прошлой получил? Просто для коллекции? Зачем мне второй? Да уж. Так, у меня тут все с этого есть вообще. Да. А, у меня Тартарус есть, мне, в принципе, больше-то и не надо. И давай, Катарина, ну, дропнись мне хотя бы просто для приличия. 5% тебя вообще выгодно. Полубокс, куда же, да, без него? По стандарту. Thank you.
почему нет? Ну, хоть что-то за выпуск-то должно быть годное. Ну, Джей Рейсинг, конечно, да, годно, но он у меня и так уже был. И последние 5 хэллоуинских кейсиков. Но я уже ни на что не надеюсь, уже жутко ход. У меня, по-моему, что-то... Как-то тоже, по-моему, с кейсиков выпадал один автомат с конфетами. И еще один. Ну, зачем оно мне? Зачем? Не знаю, у меня там, по-моему... О, да, цилиндра нету. И брюк нету. Вот хотя бы что-нибудь... Зато Blazer 2. Отлично. Давайте хотя бы хоть что-то из этого. Цилиндр, либо брюки. Да не те брюки. А, боже ты мой. Гип на агрегат. Падает. Даже то, что не нужно, как бы такое прикольное, но то, что не нужно, а. Хотя бы цилиндр уже хоть как-то чем-то коллекция пополнилась. Спасибо и на этом.